сеем рапс. Что-то мне Поттингер этот не очень нравится. Какая-то ерунда получается за ним. Ни туда, ни сюда. Сырость не любит эта сеялка. У нее получается, если на рапиде колеса стоят за сошниками, то здесь получается стоят перед сошниками. И сошники здесь уже на поводках. А сзади, конечно, что там давление неплохое, но все равно не знаю, насколько это круто. Мне кажется, не очень, потому что, во-первых, перед сошняком почва уплотняется, а вот у нас вот чернозем, он как глина становится сразу. То есть рапид, конечно, в этом случае будет лучше, чем эта система. Потому что он катает перед сошняками. С одной стороны хорошо, а с другой стороны получается сошник тоже, он же прыгает на этой глине, на этой почве. И в целом рапс, он вот он, хоть и здесь он на поверхности вот лежит, он даже не задел. Это минус. Вон, чё? Нормально сел. Надо было приезжать с утра, когда надо было чистить.